Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Весна уже не за горами, весна уже близко, она прям уже чувствуется. Хоть и ночью у нас минус 27 бывает, а днем прям солнце такое весеннее и уже даже греет, что приходится убавлять отопление. И как вы заметили по моим видео, что у меня начались потихонечку уже пересадки кое-какие. И сегодня буду пересаживать в другой горшок африканское тюльпановое дерево с патадея. Я, конечно же, возлагаю на него много надежд. Это очень такое красивое и эффектное дерево, которое можно вырастить самим в домашних условиях. Я его вырастила сама из семени. И сейчас я вам его покажу. И, конечно же, расскажу, как за ним ухаживать и как добиться в домашних условиях цветения. Ну а теперь пойдемте, будем пересаживать. У меня три спатадеи. Они все в таких горшочках разных. И сегодня я хочу перевалить в чуть побольше горшочки, так как корневая система у нее разрастается, то есть тут вот одни корни уже, я просто знаю. И вот мои спатадеи уже где-то год. Вот такая вот из семени выросла. Сейчас я вам покажу, она просто все веточки. Она очень, знаете, восприимчива. Вот если ее поставить сейчас к солнцу, она сразу выровняется. Вот видите, какой стволик уже толстый. Вот такой уже толстый стволик. Листья очень красивые у нее. Вот она сейчас, видите, она просто сухая очень. И по ней видно, она сразу их немножко повесила. Но я специально ее не поливала, потому что сухой грунт легче вынуть из горшка. Потому что я отряхивать не буду старый грунт, я просто ее перевалю методом перевалки. И, кстати, некоторые путают. Это тюльпановое дерево африканское, а не то, что произрастает у нас, например, на юге. Тюльпановые деревья еще выращивают. Это очень теплолюбивое растение с патадеи. И она уже не выдерживает даже ноль. Она уже замерзает. Ну, как вы уже и поняли, наверное, из названия, родина этого растения – Южная Африка. То есть оно очень теплолюбивое и очень красивое. В природе цветет круглый год. И почему тюльпановое дерево называется? Вот посмотрите, у него такие вот, можно сказать, початки, да, и похож на наш тюльпан. То есть вот один цветок такой, как тюльпан, как колокольчик такой, знаете, выглядит. Поэтому у него и название африканское тюльпановое дерево. Спатадея очень чувствительна к пересадкам, поэтому это растение требуется переваливать один раз в 3 года. То есть сейчас я ее сюда перевалю, и 3 года я ее не буду уже с этого горшка вообще пересаживать. Она очень-очень болезненно переносит даже перевалку. То есть нужно быть аккуратным. Ну и грунт она предпочитает, конечно же, рыхлый, воздухопроницаемый, обязательно. Она не терпит, когда в корнях скапливается влага. И, конечно же, с поливом нужно быть аккуратным. То есть она в то же время любит, чтобы у нее было увлажнение грунта. И в то же время, говорю, она не любит, когда застаивается вода. То есть тут нужно выбрать золотую середину. Тогда наше африканское дерево будет расти хорошо и развиваться. Керамзит на дно обязательно. У меня керамзита здесь вот так. Грунт я приготовила сама. Универсальный грунт у меня здесь. Обязательно песок. И еще я добавила вермикулит. То есть я все это хорошо перемешала. И у меня получился вот такой вот рассыпчатый грунт. Вот видите? Ну, вместо песка я кварцевый песок добавила. Если у кого-то нет, можете крупный просто песок обычный добавить и все. Ну вот я добавила грунтов. И добавлю, конечно же, ей, как это, раз цветущее растение, добавлю
Осмокод. Кто не знает, это удобрение длительного действия, примерно на где-то месяцев 6 его хватает. И здесь все микроэлементы для растений, и оно постепенно растворяется, попадает, когда на него водичка, и растения питаются. И сейчас я аккуратненько корешочки хорошие, ничего я отряхивать не буду. Ну вот так вот, можно чуть-чуть керамзит убрать. Вот и достаточно, все. И теперь я просто ставлю сюда и буду сейчас присыпать все это грунтом. Ну я вот здесь углублять не буду, вот как у меня было вот здесь, вот я так и оставлю. По весне можно, конечно, подкормить органикой. Она это очень любит. Спатодея растет очень быстро. При хороших условиях она может за год вырасти 1,5 метра. Но это в природе. А дома она, в принципе, до 2 метров на максимум вырастает. И все. А в природе деревья достигают и более 10 метров. И с такой, знаете, очень такой большой, широкой, овальной кроной. Вот если вы обратили внимание, то у меня здесь были показаны картинки именно деревьев. Вот посмотрите, какая крона очень такая. И, конечно, это смотрится очень красиво. И так вот посмотришь на такие картинки, конечно же, хочется такой же климат, чтобы росло все на улице, а не в теплицах, не дома и не в оранжерее. А вот в оранжерее можно вырастить очень красивое дерево. Вот к чему я и стремлюсь. А у меня целых 3 будет. Сносила я в душ. Теплая водичка, так немножко пролила ее. Потому что, видите, она сейчас вот постоит минут 5, и она вот прям вообще распрямит свои красивые листья. Они, кстати, знаете, с таким как бы ворсинкой листочки. Ну, по поводу вредителей, ну, наверное, белокрылка-то заводится, потому что я уже обрабатывала не раз от белокрылки. То есть нужно смотреть. А так больше ничего я не замечала. Видимо, белокрылку где-то с почвы занесла. Ну, сейчас вроде ничего нету. Вот после обработки уже месяц, наверное, больше даже, я не вижу никаких вредителей. И еще хотела сказать вам про семена. Допустим, если кого-то интересует, я купила просто где-то в садовом центре обычные семена. Там их было 4 штучки. И все 4 штучки... Они у меня прекрасно взошли, наверное, через неделю даже. Я их просто вот посадила, полила, пакетом прикрыла, и все, и они прям быстро. И летом стояли у меня даже, они на улице я выносила, то есть вот прям хорошо. Зимой, конечно, немного вот здесь вот потеряли мы побегов, вот здесь пожелтение было, то ли это белокрылка повлияла, то ли совсем сухой воздух. Хотя это африканское дерево, а влажность воздуха предпочитает не менее 65%. То есть я их время от времени бывает и опрыскиваю, или в душ вот так вот между поливами ношу. И, конечно же, не любит, когда полностью пересыхает грунт, а вот из личного опыта, допустим, да, я им, наверное, даю пересохнуть, чтобы не было перелива. Все равно в горшочке же находится, как бы, и можно запросто, если даже он наполовину пересохнет, а вдруг там где-то влажность какая-то польете, и там начинает преть потом корни вот эти вот, и все, я их пересушиваю. И, в принципе, заметила, они у меня растут хорошо. И сейчас с приходом весны и лета они у меня тоже переедут на веранду.
на летнюю. И там, думаю, сейчас им питания здесь достаточно. Они у меня, наверное, за лето вырастут вообще хорошо. Ну, конечно же, они у меня молоденькие еще, они у меня не цвели. Но я просто много читала литературы. И вывод такой. И еще же как бы сразу, логически, если подумать, то есть африканское дерево и вообще все, которые цветущие растения, они требовательны к освещению. То есть нужно поставить на южное, юго-западное, юго-восточное окно, но в домашних условиях, конечно, нужно притенять от полуденных лучей солнца. Потому что это же не на улице оно растет, его не обдувает ветром. Ему очень жарко на подоконнике стоять, и поэтому нужно притенять чуть-чуть. И все, и оно прекрасно будет цвести, я так думаю. Ничего такого нет. Потому что некоторые в интернете даже выкладывают фотографии в домашних условиях, цветут, все прекрасно. Ну а теперь я вам покажу, где у меня растут мои спотедеи. Ну у меня вот здесь вот такая вот верандочка такая зимняя, теплая. Здесь окна в пол, пол с подогревом здесь, не такой горячий, но теплый. И вот у меня здесь сколько вот растений, кто если первый раз смотрит мои видео. Вот сюда поставила спотедеи. Здесь светло, здесь и лампы у меня подсвечиваются. Они, лампы у меня, конечно, очень выручают. Светильники у меня от Mars Hydra. Я очень довольна ими. Зиму пережили, в общем, отлично с этими лампами. Потерь нет никаких из растительности. Все хорошо. Да еще и зимой они у меня и цвели. У меня свинчатка, плюмбага, всю зиму цветет, вообще не переставая. Вот я ее только обрежу и заново начинает цвести. Вот здесь вот уже надо обрезать. А после цветения я просто беру вот так покороче, обрезаю. И буквально неделя проходит, смотрю, у нее опять бутоны. То есть вообще замечательно. А за окном столько снега, минус 20. Хоть и солнце светит, но пока еще не греет. Впереди еще очень много пересадок. Так что подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Увидимся в следующем видео.